заработало. Вот так берешь, снимаешь. И уже снимать. Где экран? Вот он. Ну я понял, а видеть? Ничего не снимаю. Видишь, просто снимаешь. Зачем тебе видеть? Ну, бля. Потом увидишь. Нечего там видеть. Да, нечего там смотреть. Короче, говоря, приехала машина. Это что, Карина, да? Корона премиум. Корона премиум. 97-й год. Двигатель 7А, 1.8. И что, проблема какая? Много? Ну, был эконом, горел зелененьким, а теперь перестал гореть. А, то есть стало более, больше жрать? И больше жрать стало. Так, было, ну, да? Первым делом, любой автомобиль, надо сделать электронную самодиагностику. Можно, конечно, сканер подключить, но электронная самодиагностика, она не хуже. Вот это вот диагностический разъем. Открываем его. Вот такие диагностические разъемы. Какого года, говоришь, машина? 97-й. 97-го. Значит, там в салоне должен быть еще один разъем. Да, если 97-го. Потому что до 96-го только вот здесь был. А потом после 96-го стали еще и UBD2 ставить. Ну, попробуем здесь. Что-то он такой грязный весь. Надо его продуть. Сейчас. Продуваем. Это чтобы контакты хорошо соединялись. Соединять контакты я вот соединяю обыкновенной вот такой вот проволочкой. Вот, можно скрепкой, можно, ну чем угодно. Так, здесь вот грязь. Сереж, светился поближе. Вот, видишь грязь? Вот там вот обозначение. Нам нужно обозначение ТЕ и Е1, по-моему. Сейчас посмотрим. Блин, надо грязь выдуть. Немножко темновато здесь, конечно. Так, осторожно, глаза. Ага, посвети, если можешь. Нехватка всегда третьей руки не хватает. Значит, вот он, протираем, здесь надписи. Ну, блин, откуда столько грязи? Первый раз столько грязи. Вот Е1, это вот этот вот крайний, и ТЕ1. Это центральный. Так, значит, вот этот разъем поближе снимай, Сереж. Вот так даже, там камера вообще офигенна. Вот этот разъем, он должен быть прикреплен вот сюда. Только вот где он? А он там нету крепежа, поэтому он болтается. А вот должен быть. Да, вот так. Вот так он должен быть. Вот так. Ну, так. Да. И вот так закрываться. Ну раз нету, значит исходим из того, что есть. Ладно. Еще раз объясняю. Подожди. Еще раз объясняю. Перемыкаем. Вот смотрите, вот здесь вот раз, два, и здесь три. Тут шесть контактов, а вот здесь девять. Вот где девять контактов, перемыкаем центральный и угловой. Чтобы знать, какой угловой, тут вот написано Е1, ТЕ1. ТЕ1 это центральный. Вот он. Вот если забудешь, включишь видео, посмотришь. И точно так же сделаешь, и сам сделаешь диагностику. Вот смотрите, перемкнули. Вот они, два. Ну, разъема. Теперь идем, включаем зажигание. Это можно здесь. Включаем зажигание и смотрим моргание лампочки. Включаем сиденье. Ага. Опа! Наверное, не это или это? Да, пошли. Так, вот она, лампочка начала моргать. Вот она моргает и показывает, что никаких неисправностей нет по электронике. Ну, то есть, не то, что там компрессия шикарная там или еще что-то. Показывает, что все датчики, все цепи работают в нормальном режиме. То есть, на датчик этот... Нефиг грешить, да. Может просто лампочка даже. Да, тут я для зрителей объясняю. Человек думал, что у него датчик экономии топлива, как бы, ну, сломался. Но на самом деле ничего не сломалось. Причина в чем-то другом. А для вас я показываю, как произвести самодиагностику. А вот чтобы самодиагностику коробки передач провести, мы берем, тоже все самое делаем, нажимаем вот сюда на вот эту кнопочку. И вот она пошла, диагностика коробки передач. И она показывает, что тоже все нормально. Вот это постоянное моргание, это показатель того, что коробки передач, все датчики хорошо работают, все провода целые.
и в двигателе. Все провода и все датчики целы. Теперь, значит, первым делом, ну, это уже другое видео, я вам показал, как сделать самодиагностику. Ну, все, в принципе. Электронная диагностика произведена. И я вам скажу, для зрителей говорю, что если подключат сканер, возьмут хер знает сколько денег, и то же самое скажут. Потому что все целое. Ну, все, всем пока.